Можно радиомикрофон для переводчика? Chapter 8, text number 7. Jai Radha Madhava, 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 Jai
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Тасмат, потому Сарвишу во всякое, Калишу время, Мам меня, Анусмара продолжает помнить, Югья сражайся, Ча и Мари на мне, Ардита сосредоточен. Мана ум, Будхи тот, чей разум. Мам ко мне. Эва непременно. Эшьяси придешь. Асамшая не имеющий сомнений. Перевод. Поэтому, о Арджуна, всегда думай обо мне в образе Кришны, в то же время сражайся, исполняя свой долг, посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Комментарий Шри Прабхупады. Наставление, которое Кришна дает Арджуне в этом стихе, имеет большое значение для всех людей, занятых мирскими делами. Господь не говорит, что надо во что бы то ни стало отказаться от своих занятий или обязанностей. Человек может продолжать выполнять их, в то же время он должен думать о Кришне, повторяя мантру «Харе Кришна». Это поможет ему очиститься от материальной скверны и сосредоточить на Кришне свой ум и разум. Тот, кто повторяет именно Кришны, непременно достигнет его высшей планеты Кришналоки. Om Ajnana Tamarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuram Nidhipanyena Tasmai Shri Gurave Namah Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschakabeshapari Vanchakam Padarubhyascha Kripasindubhayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasati Gaurava Parvinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in the second chapter of the Bhagavad Gita, we had Arjuna surrendering to Krishna and telling Lord Krishna that I'm your disciple, I'm so surrendered unto you, please give me some instruction. Во второй главе Бхагавад-гиты мы читаем о том, как Кришна, как Арджуна становится учеником Кришны. Он полностью отдается ему, попадает к его стопам и говорит, пожалуйста, давай мне наставление. So we can see in this verse, Lord Krishna giving very clear instructions to Arjuna exactly what he wants Arjuna to do. И в этом стихе мы видим, что Кришна дает совершенно ясное наставление Арджуне, показывая ему, чего он от Арджуны ожидает. Of course, it wasn't exactly what Arjuna wanted. Arjuna was hoping Krishna was going to tell him, yeah, don't fight, just go away. Конечно, это наставление не совсем соответствовало ожиданиям Арджуны. Арджуна ожидал другого, он скажет, ну, подумал, что его, наверное, отпустят, скажут, все, можешь сражаться, отдыхай. But just to the opposite of what Arjuna wanted, Lord Krishna tells Arjuna, I want you to fight, I want you to do what you're supposed to do. Но, вопреки ожиданиям Арджуны, Кришна все-таки сказал, что Арджуна, ты должен сражаться, делай то, что я хочу, чтобы ты делал. And Lord Krishna is telling Arjuna how he wants him to do it. He wants him to do it with his mind and intelligence fixed on him.
Однако Кришна добавляет, что к этому сражению, к исполнению внешнего долга, нужно добавить еще кое-что. Кришна хочет, чтобы Арджуна думал о нем, сосредоточил свой ум на нем. So Srila Prabhupada says in the purport, this instruction is for everyone who is engaged in material activities. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что это наставление касается всех людей, которые занимаются мирской деятельностью. And that's probably all of us, that we're all involved with a lot of material activities, so we have to constantly think of Krishna. И это, вероятно, касается большинства из нас, потому что мы занимаемся разнообразной материальной внешней деятельностью, поэтому нам нужно учиться сопровождать эту деятельность мыслями о Кришне. In Srimad Bhagavatam we have the example of Ambarish Maharaj, how he was doing his devotional service. В девятой песне Шримад Бхагаватам приводится пример того, как царь Амбариша совершал свое преданное служение. Maharaj Ambarish was a king. He was the king of over there near to Mathura, near to Radhakund, where the bathing ghat is. We like to go there near to Radhakund. What's the name of that community? And near Radhakund? Is it near to Radhakund? On the side of Govardhan Hill? Near to Govardhan Hill, there's a kund there. Kusum Sarova. Yeah, he was going there. Итак, Махараджа Амбариша был царем, он правил большими землями и в число управления входило место, где сейчас находится Нарадхакунда, Кусум Саровара. So Maharaj Ambarish was, he had a lot of responsibility as a king. He has to rule the kingdom and he has to be on top of everything, look after the affairs of the kingdom. Итак, будучи царем, Махараджа Амбариша нес огромную ответственность, приглядывая буквально за всеми делами. But his inclination was more towards devotional service. And he gave up all his responsibilities, he passed those responsibilities to his government ministers. Однако сам он был внутренне склонен к преданному служению, поэтому внешние свои обязанности он передал своим государственным министрам. And instead he went and engaged himself fully in the devotional service of the Lord. А сам он полностью погрузился в служение Господу. And his first business was to fix his mind on the lotus feet of the Lord. И первое, что он сделал, это сконцентрировал свой ум на лотосных стопах Господа. The verse is often quoted by Srila Prabhupada. Savaimanam Krishna Padaravindayoy Vachamsi Vaikuntha Gunanavarnani. Like this, Maharaj Ambarish is described how the very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Шрила Прабхупада довольно часто цитировал этот стих «Саваймана Кришна Падаравиндайо Вачамсава Кунта Гунана Варнане». Это означает, что он в первую очередь сосредоточил свою молодость на Бхагава Кришна. And then with his mind fixed on the lotus feet of the Lord, he began to engage in other activities, like hearing the glories of the spiritual world. И вот теперь, когда его ум был сосредоточен на стопах Кришны, теперь он занимался другими видами деятельности. Например, слушал о славе духовного мира. And he would use his hands to clean the temple. А своими руками он наводил порядок, делал уборку в храме. Even though he was a king, he considered himself to be the servant of the deity. Хотя по статусу он был царем, он считал себя слугой божеств. Just like when they brought the deity of Govindaji from Vrindavan, they brought Govindaji to live in Jaipur at the home of the king of Jaipur. No, I'm talking about the Govindaji deity. Some time ago, during the time of when the Muslims were invading Aurangzeb,
was threatening to break all the deities, so the deities were threatened that they were the Muslims were going to come to Vrindavan and break deities. Yeah, I know the story, but you mentioned the king. Yeah, the king of Jaipur. Просили говорить, что нет Махараджа Харишна, а царя Джайпура, который перевез из Вриндавана божество Говинды в Джайпур, потому что существовала угроза со стороны мусульман, которые вели себя очень агрессивно, рушили храмы, разбивали божества. Yeah, because the king of Jaipur was a staunch devotee, so they knew the deities would be safe there in Jaipur. So devotees like to go to Jaipur. We can see the deities like Radha Govinda. You can see Gopinath deity. You can see Damodar deity there. They've come from Vrindavan. Преданные любят посещать Джайпур, потому что там у них есть возможность увидеть все божества из Вриндавана, Говиндаджи, Гопинатху, Дамодару. So the devotees from Vrindavan brought the deities there because they knew they would be safe in Vrindavan. Итак, преданные из Вриндавана перевезли эти божества в Джайпур, будучи уверенными, что там они будут в безопасности. After some time, however, the danger was over, so the devotees from Vrindavan, they approached the king and said, we want to take Govinda back to Vrindavan now. И когда опасность миновала, преданные из Вриндавана пришли в Джайпур и говорят, ну, теперь мы хотим забрать божества обратно в Вриндаван. But the king said, oh no, he said, Govinda has come to my house. It's come to live here. I can't tell him to go. И царь же просто сказал, нет, раз Говинда пришел ко мне поселиться, как же я могу теперь его отправить обратно? And the king then made an arrangement. He said, we will make Govinda the king, and I will be the servant of Govinda. We'll make Govinda the king, and I'll... Yeah. И более того, он сказал, что теперь отныне царем Джайпура будет сам Говинда же. А я буду просто его слугой. That's a real devotee king. He considers himself to be the servant of the deity. Вот это называется царь-слуга. То есть он Бога считает господином, а себя считает его слугой. So Lord Krishna is giving this instruction to Arjuna that he wants Arjuna to do his duty in fighting, but at the same time he wants Arjuna to think of him. Итак, Кришна дает Арджуне наставление. Он хочет, чтобы Арджуна сражался, действовал как воин, но одновременно с этим думал о нем, о Кришне. We may think, oh, it must be very difficult. You have to do two things at one time. И можем подумать, ну, это сложное занятие делать совершенно два разных дела одновременно. Шрила Прабхупада went to America, and while he was in the USA, he had to meet with the immigration officials in order to get the green card so that he could reside there in the USA. Когда Шрила Прабхупада прибыл в Америку для проповеди, через какое-то время ему предстояла встреча с иммиграционными властями, потому что он хотел оформить себе грин-карту, чтобы ему не приходилось постоянно обновлять визу, чтобы он мог спокойно находиться в Америке и проповедовать. So Srila Prabhupada had to have an interview with one of the immigration officers. And it turned out this immigration officer was a young American woman. И когда Шрила Прабхупада пришел на собеседование в иммиграционный офис, выяснилось, что это сам офицер, это была молодая американка, женщина. So she was talking to Srila Prabhupada and she was inquiring about what are you teaching? What is this message which you're bringing to our American country? We want to know. И она спросила Шрила Прабхупаду, вот вы привезли какое-то учение к нам сюда, в Америку. Объясните мне, в чем у вас суть, что вы собираетесь тут проповедовать? So Prabhupada was explaining to her how
he wants the people to think of Krishna and at the same time to do their work and do their duties. И что Прабхупада объяснил, что он хотел бы научить людей, американцев, думать о Кришне и при этом, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности. So the young woman said, well, that must be quite difficult, isn't it, to do the two things at one time? И эта молодая женщина сказала, наверное, это не так-то просто делать два дела одновременно. But Prabhupada had an interesting way of explaining to her how it's possible. Но Шрила Прабхупада ответил ей на этот вопрос довольно интересным образом. Prabhupada used her as an example. He said, just like you, you're a young woman and you dress yourself very attractively. Он сказал ей, вот, например, вы молодая женщина, вы привлекательно одеваетесь. You know how to put on your makeup and dress yourself, but at the same time, you're working as an immigration officer. То есть вы, как женщина, знаете, как пользоваться косметикой, правильно, красиво одеваться, но при этом вы работаете офицером в иммиграционном отделе. So you're doing two things at the one time. То есть вы одновременно делаете два дела, он сказал ей. So she was she appreciated Prabhupada's point. Она оценила так, что Прабхупада объяснил это. But it's very important point that we all have to do whatever is expected for us. Do perform our duty. Krishna consciousness is not about giving up everything. Итак, у нас есть обязанности по отношению к обществу, мы не собираемся их бросать. Сознание Кришны совсем не о том, чтобы все бросить. Lord Chaitanya Mahaprabhu never encouraged people to give up their duties and to leave home. Господь Чайтанья никогда не воодушевлял людей бросать дома, оставлять свою работу. Lord Chaitanya had an important pastime when he visited a place called Kurukshetra, which is south of Jagannath Puri. When you come from Jagannath Puri, if you want to go south, down the coast, on the way towards a city called Vishakhapatnam, so halfway between, there's a place called Kurukshetra. Итак, когда Господь Чайтанья путешествовал на юг Индии, то южнее Джаганатха-Пури, и между Пури и местом Вишакхапатны, есть местечко, называется Курукшетра. И там Господь Чайтанья явил некую ситуацию, которая многим разъясняет нашу сегодняшнюю тему. Курукшетра, the famous temple there, is under the care of the Sri Vaishnavas, coming from Рамануджачарья. Этим храмом в Курукшетре управляют преданные из Шри Сампрадая, последователи Рамануджачарья. Рамануджачарья had gone initially to Jagannath Puri, and his intention was to instruct the brahmanas there how to properly worship the deity. Рамануджачарья однажды побывал в Джаганнатхапури, и его побуждением было научить брахманов этого города, как правильно поклоняться божествам. He considered that the brahmanas there are not following the Vedas, they're not worshipping the deity in the proper manner. Он считал, что брахманы в Джаганнатхапури поклоняются божествам неправильным образом, не следуя наставлениям Вед. So he went to the king of Puri, and because he was famous as an acharya with thousands of disciples, the king of Puri gave him great respect. И поскольку Рамануджа был известной личностью, он пришел к царю Пури в сопровождении многих последователей, и вот он принял с большим почтением. So the king of Puri told him, you come tomorrow, I will have all of our priests, all of the pandits who are engaged in the worship of the deity. They'll all be here, and you can instruct them. И царь Пури сказал Рамануджа, приходи завтра, я соберу специально всех брахманов, всех священников, и ты им прочитаешь лекцию, как правильно поклоняться божествам.
So the next morning, the king had all the brahmanas come, all the pandits came, all the people doing seva in the temple, they were all there. The only person who was not there was Рамануджачарья. Итак, на следующее утро в дворце царя Пури собрались все брахманы, все эти жрецы, которые заняты поклонением божества. Все собрались. Не было одного, только самого Рамануджачарья. So everyone wondered what happened to Рамануджачарья. Where did he go? И все озадачились, куда подевался Рамануджачарья. And they found out that during the night Lord Jagannath had dispatched him out of Jagannath Puri and he put him in Kurukshetra. И позже выяснилось, что среди ночи Господь Джаганнатх его, так сказать, особым экспрессом отправил в это место Курмакшетра, где он себя утром Рамануджа обнаружил. Lord Jagannath didn't want Рамануджа interfering in his deity worship. He was quite satisfied with the worship which was going on. Господь Джаганнатха совсем не хотел, чтобы Рамануджа вмешивался в местные процессы поклонения. Он хотел, чтобы ему продолжали поклоняться так, как это они уже делали. So Lord Jagannath dispatched mystic potency. He transported him to this next place, which is Kurukshetra. Итак, при помощи своего мистического могущества Джаганнатха ночью каким-то образом транспортировал Рамануджачарью в это место, южнее Пури, которое называлось Курмакшетра. Курмакшетра, the temple is there, it's an ancient temple. Чайтанья Махапрабху came there 500 years ago, visited on his way to the south of India. В этом месте находится древний храм, который посещал Господь Чайтанья 500 лет назад, проходя через него на пути в Южную Индию. So on his way there, a brahmana invited him to come to his home and take food. И когда Господь Чайтанья был там в Курукшетре, один из местных брахманов пригласил его на обед к себе домой. Lord Chaitanya accepted the invitation. He went to the brahmana's home, and the brahmana treated him with great respect, gave him very nice prasadam, introduced him to all of his family members. Итак, когда Господь Чайтанья пришел в дом этого брахмана, тот принял его с великим почтением, представил его всем членам своей семьи и накормил его изысканным прасадом. Lord Chaitanya was very satisfied with the reception. He took the food, he enjoyed the prasadam. Then it was time to go. Господь Чайтанья был очень доволен его гостеприимством, его прасадом. Но потом уже пришло время уходить из дома, прощаться. But as Lord Chaitanya was getting ready to leave, the brahmana rose and he said to Chaitanya Mahaprabhu, please take me with you. I can no longer tolerate the pain of material life. Please deliver me from this existence. И когда Господь Чайтанья уже готов был уходить из дома, этот брахман взмолился ему, он сказал, пожалуйста, забери меня с собой, забери меня из этого дома. Я так устал терпеть всю эту боль материального существования. This brahmana had a family, young children. He wanted to run away and leave everything. У этого брахмана еще были малые дети, и вот он, несмотря на это, собирался все это бросить и убежать из дома. So Chaitanya Mahaprabhu gave very important instructions to the brahmana. И Господь Чайтанья дал этому брахману очень важное наставление. You can read for yourself in the Chaitanya Charitamrita how the incident is described there by Krishna Das Kaviraj. В Чайтанья Чаритамрите вы сами можете прочитать во всех деталях эту историю, как ее описал Кришна Дас Кавирадж. Chaitanya Mahaprabhu told the Brahman, Yari deki tari kaho Krishna upadesh, amara gaya guru mana tara e desh. This is Bengali language. Chaitanya Charitamrita is Bengali. Итак, это стих на бенгальском языке. Читаем Чайтанья на бенгальском языке. И этот стих как раз и был обращением или ответом после Чайтанья этому брахману.
Chaitanya Mahaprabhu was chastising this Brahmana, and he was telling him, "Don't speak like this again." И ругая этого брахмана, Господь Чайтанья сказал ему: "Не говори таких слов больше никогда." He said, "Wherever you go and whoever you meet, tell them about Krishna, and in this way you also become a spiritual teacher and save the world." Куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни увидел, рассказывай людям о Кришне. Таким образом, ты сам станешь духовным учителем и освободишь мир. The Lord Chaitanya Mahaprabhu did not encourage this Brahmana to go out of his home and leave everything. Rather, he encouraged him to stay in that position and just be Krishna conscious. Итак, Господь Чайтанья воодушевил этого брахмана не покидать дом, оставаться с семьей, но при этом одновременно сознавать Кришну. One time Srila Prabhupada came to Hong Kong, and there was this one Indian man came to meet Prabhupada, and he said to Prabhupada, he said, "Swamiji, I want to take sannyas." Однажды, когда Шрила Прабхупада был в Гонконге, на встречу с ним пришел один индийский джентльмен, и обратившись к нему, сказал: "Свамиджи, я хочу принять саньясу." So Prabhupada looked at him and he said, "Well, why is it? Why you want to take sannyas?" Прабхупада посмотрел на него и спросил: "А почему вы хотите принять саньясу?" He said, "Oh, I have a wife and four children at home. It's unbearable." Сказал: "Дома жена, четверо детей. Это нестерпимо." So of course, Srila Prabhupada did not give him sannyas. Естественно, что Шрила Прабхупада не дал ему саньясу. But there was another occasion when a man came to Prabhupada. This time it was Gaura Govinda who came there. Well, he became Gaura Govinda Maharaj, but initially he came and met Prabhupada, and he told Prabhupada a similar thing, that I want to take sannyas. Но был другой случай, подобный. Когда к Шри Прабхупаде пришел некто Гаура Говинда, кто позже станет известным как Гаура Говинда Махарадж. И он сказал то же самое: "Я хочу принять саньясу." And Prabhupada, after talking with him and knowing more about the man, he understood he was a very good candidate. After some time, Prabhupada did award him sannyas. И пообщавшись с ним, увидев его зрелость, увидев его уровень подготовки, а через какое-то время действительно Шрила Прабхупада дал ему саньясу. So Prabhupada could judge a person, he could understand the capabilities of a person, and he knew that this man was well qualified. Итак, Шрила Прабхупада мог понять уровень подготовки, квалификации человека. Actually, when Prabhupada gave him sannyas, some of the Western devotees were complaining to Prabhupada that Srila Prabhupada, he's a very new man. He just joined our Krishna consciousness movement. И после этого некоторые из старших западных учеников Прабхупады пожаловались и сказали: "Шрила Прабхупада, что-то вы быстро так ему дали саньясу, он же совсем новичок, только недавно присоединился." But Prabhupada said to the devotees, he said, "No, he's in this his whole life. He was born in this." Прабхупада сказал: "Нет, он в сознании Кришны всю свою жизнь. Он родился уже в этой культуре." So Srila Prabhupada understood the situation properly, and he could see that proper the qualification was there in that man, Gaura Govinda Maharaj. Итак, Шрила Прабхупада смог правильно понять квалификацию, подготовку и поступить соответствующим образом. Такова была история с Гуру Говиндой Махараджи. But Chaitanya Mahaprabhu also could understand this Brahmana at Kurukshetra, that he was better to be at home with the family. Точно так же и Господь Чайтанья оценил уровень этого брахмана в Курукшетре и сказал ему: "Тебе лучше оставаться дома." And Chaitanya Mahaprabhu did have many associates who were all in the household life. И среди окружения Господа Чайтаньи было много преданных, которые были по статусу домохозяевами. We know Lord Nityananda himself was in household.
Вы знаете, сам Господь Нитянанда был домохозяином. Адвайта Ачарья, Шривасат, Пандит, they were all грихастхи. Адвайта Ачарья, Шривасат, Пандит, они все были грихастхи. And then there were other associates like Шивананда Сен, Чандрашекар Ачарья, they were all also. Шивананда Сен, Чандрашекар Ачарья, тоже семейные люди. But it's not important what ashram you're in. That's not the criterion for Krishna consciousness. Но не так важно, в каком ашраме мы находимся. Ашрам не может быть критерием оценки нашего сознания Кришны. Наратам Дас Такур says, Грихи тако, вани тако, шабахари боли тако. He said, it doesn't matter if you're a householder or a renunciate. If you're a devotee of Krishna, then I want your association. Наратам Дас Такур сказал, что независимо от того, вы семейный человек или вы отрешенный человек, если вы являетесь вайшнавом, то я желаю общаться с вами. And who is the devotee of Krishna? How to recognize the devotee of Krishna? That question was also asked to Chaitanya Mahaprabhu. И как же мы поймем, кто такой вайшнав, преданный Кришне? Этот вопрос неоднократно задавали самому Господу Чайтанье. And Chaitanya Mahaprabhu replied, Asa Krishna, I'm forgetting the Bengali number, and Chaitanya Mahaprabhu replied that the devotee of Krishna is one who has given up the association of the material. Итак, когда Господь Чайтанья спросили, кто такой преданный Кришна, он сказал, это тот, кто оставил общение с материалом. Asa Tyag, Evaishnav Achar. Stri Sangha Eka Sadhu Krishna Bhakti Ahu. The devotee of Krishna is one who has given up the association of the material. Итак, преданный Кришна — это тот, кто оставил общение с материальным миром. So there is Sat. We have Sat Sangha, the association of devotees. Sat Sangha, we come together to chant the glories of the Lord and to hear about His activities. Итак, сатсанга — это общение с преданными, когда мы собираемся, вместе поем киртан, воспеваем, обсуждаем качества Господа. And we give up the material. Asa, the asa sangha, that is the movies, the gambling, the nightclubs. We give up that kind of association. И оставить материальное обозначает оставить все эти фильмы, азартные игры, ночные клубы и так далее. So we can recognize the devotee by these characteristics. И вот по этим признакам мы можем понять, что перед нами преданный. So Lord Krishna had been explaining at this point in Bhagavad Gita, he was explaining that whatever we remember at the end of life, it will determine our destiny in the next life. И в этой же главе Бхагавад-гиты Кришна сообщил один важный принцип, что то, о чем мы думаем в момент смерти, ляжет в основу нашей будущей жизни. And if we're able to fix our mind on Krishna at the end of life, then we can also attain Krishna. И если мы в конце жизни сможем сосредоточить свой ум на Кришне, мы достигнем Кришны. So sometimes the question arises, because some of our leading devotees in ISKCON, they left the body in what appears like inauspicious circumstances. Иногда в связи с этим возникает вопрос, потому что некоторые старшие преданные оставили тело в не очень благоприятных обстоятельствах. For example, if you leave the body in a car crash, we will think this is not very auspicious manner to depart from the world. Например, если человек погиб во время автокатастрофы, это выглядит как не очень благоприятное обстоятельство для ухода из этого материального мира. And some of our very senior devotees also departed with the COVID virus. The COVID, the virus. Некоторые оставили тело от этого вируса COVID. So they were in isolation. They were
not conscious, not very auspicious. То есть они оставили тело, будучи находясь в одиночестве, в изоляции, даже без сознания. Это все можно считать неблагоприятными условиями. So the question arises in the devotees' minds: what is their destination in the next life? И в умах преданных возникает естественный вопрос: каково же их предназначение после смерти? So we're told from the Vedas, from the Shastras, it says that even if a devotee at the end of life is not able to remember Krishna, but if he's dedicated his life in the service of Krishna, then the Lord will not forget him. Но Веда говорится, что даже если в момент смерти человеку не удалось вспомнить о Кришне, но всю свою жизнь посвятил служению ему, Кришна о нем не забудет в этот момент. Lord Krishna is not ungrateful. Кришна не является неблагодарным. If someone's dedicated their life, many years of devotional service, then certainly, even if they die untimely in what appears to be an inauspicious circumstances, the Lord will take care of him. Итак, даже если преданный оставляет тело в неблагоприятных обстоятельствах, без сознания, Кришна позаботится о нем в момент смерти. As Krishna himself says in the Bhagavad Gita, well, as he tells Arjuna to say, Kunti apriti janahi name bhakta pranashati. Declare it boldly, O Arjuna, my devotee will never perish. И этот же принцип Кришна подтверждает в Бхагавад-гите, где он говорит, Каунтия Пратиджанихи, Нами Бхакти Пранашити, смело заявляя любому, что мой преданный никогда не погибнет. So even though we may not be able to be sitting, chanting the holy name at the time of leaving the body, but still, if we've dedicated our life, Krishna is aware of it. Итак, даже если в момент оставления тела мы не сможем воспевать Святое Имя, но при этом мы посвятили служить служению Кришне, Кришна позаботится о нас. We said, one who is serving Krishna in this life, certainly they will go on and serve Krishna in the next. Итак, если человек посвятил эту жизнь служению Кришне, в следующей жизни он продолжит ему служить. And Lord Krishna is encouraging Arjuna in this way, think of me and at the same time perform your duty. Вот почему Кришна воодушевляет Арджуну, думая обо мне и в то же время выполняя свой долг. And Lord Krishna said, you will attain my abode, you will come to me. И он говорит, ты достигнешь моей обители, достигнешь меня. That is the goal. Такова наша цель. All right, any questions? Хорошо, если какие-то вопросы. Yes, but... Вопрос? Как микрофон? Как помните Кришне, никогда не могу забывать. Как помните Кришне? Никогда не могу забывать. И никогда не забывать. So, how can we execute this principle? Always remember Krishna and never forget. Chaitanya Mahaprabhu has told us, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. Для этого Господь Читание дал свое известное наставление. Киртанья Сада Хари. Всегда пой святое имя. Keep the holy name on your tongue. Пусть святое имя всегда будет у вас на языке. We are so fortunate. You have such wonderful kirtans going on here. Some wonderful kirtaniers to nourish your taste for the holy name. Вам тут крупно повезло. Есть прекрасные киртаньи, которые позволяют нам постоянно находиться в процессе воспевания и памятования. So it becomes natural to think of Krishna when you're chanting the holy name. И поэтому, если мы воспеваем Святое Имя, помнить о Кришне становится естественным. In the Kali Yuga, the Lord comes in the form of His holy name. В Кали-югу Господь приходит в облике Святого Имени. And He appears. When we're chanting the holy name, we can feel the presence of Krishna. You can feel how the
the atmosphere becomes so charged with spiritual potency. И когда мы поем имена Кришны, мы чувствуем, как атмосфера меняется, как она заряжается духовной энергией. So this is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that he's made the holy name available for everyone. И в этом проявляется милость Господа Чайтаньи Махапрабху, в том, что Он сделал Святое Имя доступным для каждого. Before Chaitanya Mahaprabhu, the holy name was chanted, but it was usually only chanted in the temples. До прихода Господа Чайтаньи святые имена воспевали, но в основном это все происходило только внутри храма. Sometimes it said also that when Lord Chaitanya was chanting the holy name, there was some protest from the brahmanas because he said, "This is a Vedic mantra, and you're giving this mantra to everyone." Говорят, что когда Господь Чайтанья начал воспевать на людях святое имя, эту мантру, брахманы местные возмутились, они сказали, что такое? Это ведическая мантра, а ты ее тут всем подряд распространяешь, только для брахманов. But in the Vedas, the mantra is stated Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Но в Ведах эта мантра звучит иначе. Сначала идет фраза Hare Rama, Hare Rama, а потом Hare Krishna, Hare Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu said, okay, we'll change it. He reversed it. И Господь Кришна сказал, нет проблем, превратим ведическую мантру в неведическую. Now everyone can chant because this. А теперь, поскольку она не ведическая, все могут ее петь. So this is very sublime, very natural, very easy to perform. Everyone, even the children, everyone, old people, they can all chant the holy name. And even if they don't chant, they can take pleasure in hearing the holy name. Таким образом, все. И старики, и дети получили возможность воспевать Святое Имя. И даже если они воспевают Святое Имя, но они могут слушать его. Even people are not chanting. We give people, we have Prabhupada's chanting box. Let them hear the holy name. Есть такие маленькие, типа как радиоприемнички, называются Прабхупада Box. И там включаешь его, и Прабхупада там круглыми сутками повторяет мантру. So many souls have received a lot of mercy through Prabhupada's chanting box. И много людей могут получить милость через вот такое вот, автоматическое, что ли, воспевание в исполнении Шрилы Прабхупады. Makes it very natural for us to remember Krishna. И это очень естественный для нас способ помнить о Кришне. Я не понимаю ни одного слова. Что вы говорите? Книга «Берег разлуки», которая посвящена Гурумите Свами Махараджа, в конце книги есть такое приложение, в котором говорится о том, что Гурумите Свами Махарадж ушел в штаб-квартиру мозг в духовном мире. У меня такой вопрос. Вы все туда должны прийти. Что? Мы все туда должны прийти, в штаб-квартиру, в мозг, в духовном мире. Ну, вот это книга вот написано. А автор кто? Ну, один из учеников, Падли. He's referring to the book by one of the disciples of Guru Govinda Maharaj. It's called The Unbound of Separation, something like that. And it's mentioned there that Guru Govinda Maharaj returned to the headquarters of ISKCON in the spiritual world, which is Paul. So should we also all go there to the headquarters? Yes, well, whatever is Krishna's plan for us, we go wherever Krishna wants us to go. Мы пойдем туда, куда Кришна нас направит. Кришна есть план. If Krishna has some service for us there, He'll send us there.
Если у Кришны есть какое-то служение для нас там, значит, Он туда нас отправит. But if Krishna wants us to go some other place for preaching, we also can go there. А если у Кришны планы отправить нас куда-нибудь еще на проповедь, значит, мы пойдем туда. The devotee is surrendered to Krishna. Whatever is Krishna's desire, then that is what we will accept. Преданный — это тот, кто предан Кришне. То есть он следует желаниям Кришны, исполняет желания Кришны, а не свои желания. We don't put demands that, oh, I have to go there, I have to go to Goloka, I have to go to the headquarters. No, we're surrendered to Krishna. Не выдвигаем требования, что мы в духовный мир, или куда-то в штаб-квартиру, куда-то там еще. Мы вручаем себе Кришне. Что Он от нас хочет, то мы будем. Krishna said, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. А Кришна говорит, что я быстро вызволяю преданного из океана рождения и смерти. We don't do anything, Krishna does it. Это не мы делаем, это Он освобождает нас. So wherever Krishna wants us, wherever He places us, we accept it as His will. Поэтому, куда Кришна хочет нас поместить, туда мы пойдем. Это Его воля, а наше дело — исполнять Его волю, а не свою собственную. We can't be putting demands, oh no, I don't want to go there, no, I have to go there. Мы не можем выдвигать какие-то претензии, требования, вот куда пойду, сюда не пойду, сюда хочу, сюда не хочу. So surrender means putting oneself fully under the care of Krishna. Итак, вручить себя Кришне означает полностью поместить себя под Его заботу. Krishna knows what is good for us and where is the right place for us. Кришна знает, что будет благом для нас, что будет наилучшим местом для нас. We don't know anything. Мы ничего об этом не знаем. Okay. Any other question? Hare Krishna. Можно задать вопрос? Говорите. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances and glories to Srila Prabhupada. Gurudev, can you hear me okay? Yes, go ahead. Mm-hmm. Srila Prabhupada always harshly criticizes impersonalism, and one gets the impression that this is a dead end path for spiritual development. So there is no spiritual development in impersonalism at all. But some devotees, including myself, came to Krishna consciousness after various impersonal techniques, teachings such as New Age and some esoteric practice like this. So my question is, what is about impersonalism that still allows us to move from it, from those positions, to the personal concept of God, to Krishna consciousness, for Adam State? Я спросила, Прабхупада всегда очень жестко критикует имперсонализм, и такое впечатление создается, что это вообще тупиковый путь для духовного развития. Однако некоторые преданные, например, я тоже, пришли в сознание Кришны после каких-то имперсональных практик, техник, эзотерических практик типа Нью-Эйджа. И мой вопрос. Что такого есть в имперсонализме, что позволяет все же нам перейти от него к персональной концепции Бога, сознанию Кришны? Well, we offer our prayers to... Well, Prabhupada himself gave us his second pranam mantra with the words Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. That he was saving us from impersonalism and voidism. Шрила Прабхупада дал своим ученикам апранама мантру, с которой они должны обращаться к нему, и вторая пранама звучит Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунивада Пашчада Шадарине. Он освободил западный мир от этой ловушки пустоты и имперсонализма. Prabhupada, of course, coming from India, he had seen how impersonalism and voidism had destroyed a lot of Vedic culture there. Srila Prabhupada сам прибыл из Индии в Америку, и он прекрасно видел, как философия пустоты и имперсонализма
нанесла какой урон на ведической культуре в Индии. And he saw also how impersonalism and voidism was spreading in the Western world. И также он видел, как имперсонализм и философия пустоты распространились по западному миру. In Bhagavad Gita, Prabhupada explains how it's easier for people to take up the impersonal philosophy than the personal philosophy. В Bhagavad Gita Кришна говорит, что человеку проще принять философию имперсонализма, чем персонализм. We like the idea thinking we can become God. Нам очень нравится идея о том, что мы можем стать Богом. We like the idea of oneness, merging into the oneness. Нам нравится идея всеобщего единства, о том, что все погружается в какое-то единство. You know, the whole idea of impersonalism, it appears to be attractive to us. И поэтому сама вот эта концепция персонализма кажется нам весьма привлекательной. You know, we think, duality, if there's a God and we're the servants, it's better, we're all one, let's all merge into the oneness. Большинство людей думают, как ужасно, этот Бог, Господин, я его слуга, никуда не годится. Куда приятнее идея, что мы все есть одно, мы все растворяемся в чем-то едином. So the point is, people don't really understand what is impersonalism. They don't have the full grasp of what impersonalism involves. Но большинство людей, конечно же, не понимает, что включает в себя персонализм, что он представляет собой по сути. They think about the oneness and they think oneness sounds nice, but they don't realize oneness means no variety, no relationships. Люди привлекаются идеей вот такого тотального единства, но они не понимают, что цена этого единства в том, что отсутствует личность, отсутствует разнообразие, отсутствуют отношения. No activities, just simply this oneness. Никакой деятельности, просто какое-то вот единство. And ultimately it's going to be very boring for everyone. Но и в конце концов это же все должно всем наскучить. Right? If you go, just like you go, even now, you go to a Buddhist monastery for a Buddhist retreat for the weekend. Если вы куда-то отправитесь в буддийский монастырь на неделю, на ретрит. Did you ever go? Вы туда пойдете? No? Нет? Well, they'll tell you, don't talk to anyone. Я вам скажу, первое наставление, вы ни с кем не разговариваете. You're not here to make friends. Вы ни с кем там не дружите. Just sit. Вы просто сидите. Meditate on the oneness. И медитируйте на единство. How long can you do it? Как долго вы сможете это делать? Just think. Eternally, can you just sit on the meditating on the oneness with no activity? No variety, no relationships. Итак, представьте, перед вами вечность. Вы сидите. Никаких отношений, никакой деятельности, никакого разнообразия, ничего. Just to survive a weekend in the Buddhist monastery is a great austerity. Вы даже субботу-воскресенье не переживете с такой медитацией в буддийском монастыре. The morning program, meditation. Утренняя программа, медитация. Take a little food. Потом немножко поели. More meditation. Еще медитация. Then lunch. Then more meditation. Потом опять медитация. How long can you survive? Долго ли вы проживете в таком режиме? No chanting, no dancing. Ни воспевания, ни танцев. No talking. Никаких разговоров. Just. Просто медитируйте на единство. The nothingness. Пустота. Ничего нет. So Prabhupada offered us something real, something substantial. He gave us the kingdom of God. Прабхупада дал нам очень ценные вещи, разнообразную жизнь, царство Бога. And he told us his
full of variety there. It's wonderful variety, full of color and the most wonderful relationship. Я сказал, что духовный мир полон разнообразия, полон красок, полон различных отношений. So it doesn't take long to give up impersonalism. И так преданному несложно быстро оставить имперсонализм. Once you come to Krishna consciousness and you're with the devotees and you enjoy chanting and dancing, taking prasadam, who wants to go back to the nirvana? И если вы попробовали, что такое пение, танцы, общение, прасад, как после этого захочется возвращаться в нирвану? Go back to the nothingness. Возвращение в это ничто. See no evil, hear no evil, speak no evil. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. They think that means don't speak, don't see, don't hear. Итак, для них это означает полная остановка всех чувств. Theirs is the process of negation of all action. То есть их путь — это путь прекращения всех видов деятельности. But Bhagavad Gita is teaching the positive application of action. Но Bhagavad Gita учит нас позитивной деятельности. To use your senses in the service of the Supreme Lord. Там говорится, используя свои чувства в служении Верховному Господу. And that's what we're doing. Chanting, dancing. Это то, что мы делаем. Поем, танцуем. And we're experiencing spiritual bliss. И мы испытываем духовное блаженство. You want the nothingness or the oneness? Итак, после этого хотите единство или пустоту? Well, after you've tasted the bliss of Krishna consciousness, you can never go back to that. И я думаю, что если вы попробовали, что такое блаженство сознания Кришны, вы больше не захотите в эту пустоту возвращаться. So Srila Prabhupada gave us the higher taste. Поэтому Srila Prabhupada дал нам высший вкус. Okay. Is that all right? Yes, you have to finish. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj, спасибо большое за лекцию. В Бхагавад Гите Кришна говорит Арджуне, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какую бы аскезу ни совершал, делай это как в отношении мне. У меня вопрос. Как предлагать Господу плоды и материальной деятельности именно? We offer it to Krishna. We have an altar and we place the food. First of all, we offer it to Krishna. Например, когда мы готовим пищу, после этого мы ставим ее на алтарь и предлагаем Кришне. Similarly, you may purchase some new cloth. Или вы можете, we can offer it to Krishna. Купить новую одежду, предложить ее Кришне. We used to do like that. We don't see it so much nowadays, but in the beginning of the Krishna consciousness movement, we always did like that. Сейчас мы не видим, чтобы преданные это делали, но в начале движения создания Кришны всегда делали. Что-то купили новое, предложите Кришне. Clothes offered, we put them, place them in front of Krishna and offer them to Krishna. Положите перед Божеством Кришны, предложите. So, it's a feeling of the heart that I want to give this to Krishna. То есть это определенное настроение Кришны, которое состоит в том, что я хочу это предложить Кришне. You have some money? There's a donation box there. Если у вас есть деньги, то там ящик для пожертвований. Put it in the box. Можете положить их туда. Krishna will get it. Кришна, Кришне доставит, ему передадут. You want to make advancement? Хотите совершить прогресс? Put all your money in the box. Так. Put
all your money in the Faith. Полный прогресс, все деньги получу сложить. Give it to Krishna. Krishna is there. He sees you, give it if he please. Кришна все видит, он вас наполнит блаженством. We hear that Krishna is our well-wisher, best friend. So how can we really believe that he is our well-wisher? Because so many things may happen in our life. Well, you have to understand whatever is happening to you is Krishna's plan to help us to come to him. Нужно понять, принять, что все то, что происходит в нашей жизни, это часть плана Кришны, как сделать нас ближе к Нему. Krishna is there in the heart, and He's guiding us. He's giving us knowledge, or remembrance, or forgetfulness. Кришна находится в нашем сердце, и Он направляет нашу жизнь. Он дает нам знания, память и забвение. It's up to us. What do we want to get from Krishna? И это от нас зависит, чего именно мы хотим получить, что именно мы хотим получить от Кришны. Do you want him to keep you in the material world? You want to forget everything and just think about material life and enjoy material life? Krishna can do that for you. Если мы хотим полностью погрузиться в материальную жизнь и забыть обо всем остальном, Кришна может устроить все для этого. You can enjoy the material world more. И мы можем больше наслаждаться материальным миром. Krishna takes away the memories of the fact that you're not the body, that you're a soul. He helps you to forget. You can forget all the spiritual knowledge you've had and just think only about material life and enjoying the senses. Кришна может забрать у нас все духовное знание, знание о том, что мы не тело, и мы как раз погрузимся в это тело и будем наслаждаться им по полной программе. So Krishna can do this. He can give you that what you want. He knows what your desire is, and he will arrange it. Итак, Кришна, находясь в сердце, знает, чего мы хотим, и он все устраивает именно для исполнения этих наших желаний. For some people, he will give them knowledge. Кому-то он даст знания. For some people, he will give them the intelligence, how to come to him. Кому-то он даст разум, как прийти к нему. We see, for example, maybe a scientist is doing research and he's thinking about a solution to a problem. Например, ученый занимается исследованиями, он ищет решение какой-то проблемы. So sometimes he can't come up with a solution, so he goes off, maybe he goes take a walk in the park or something, and suddenly when he's walking in the park, suddenly the solution to his problem will come. Итак, ученый ломает себе голову, никак не может найти решение, потом он вдруг решил пойти прогуляться куда-нибудь в парк, и тут вдруг на него не зашло, ему открылось это решение. The inspiration came in the heart by the grace of Krishna. Это вдохновение, которое посетило его в сердце, является импульсом от Кришны. Or maybe you're a songwriter, you're writing words for a song, but you can't quite get the song right the way you want it. Или, допустим, вы сочиняете стихи для песни, и что-то у вас не получается, застопорилось, не приходят нужные слова. And you think about it, and then you go to the park, have a walk, and suddenly when you're walking in the park, it comes to you what you need to do. И также вы куда-то отвлеклись, опять пошли на какую-нибудь прогулку, и вдруг появляются нужные слова. So for some people, Krishna is giving that kind of knowledge.
for other people, he's helping them to forget. Итак, кому-то Кришна дает знания в разных формах, а кому-то он дает забвение. Because when we forget, we can enjoy more. Потому что когда мы забываем духовную жизнь, мы можем больше наслаждаться материальной жизнью. Just like if you're in a drama, if you're playing the part in drama, you're in a play, and you have to play a part. You want to forget who you are. You want to forget the people on the set who are in the play with you. You don't think of them as your friends. You enter into the mood of the part you're playing. Если вы хотите, действительно, если вы играете, допустим, на сцене, вы актер какой-то роли, для того, чтобы реально эту роль сыграть, прочувствовать, вы должны забыть о том, что это какая-то труппа театральная, что это какие-то актеры, ваши друзья. Нет. Вы должны полностью принять на себя настроение своего героя. Только тогда вы сможете сыграть эту роль по-настоящему. So Krishna arranges for us to forget, so that we can enjoy this material world. И поэтому для того, чтобы наслаждаться этим материальным миром, мы должны забыть все остальное, и Кришна может нам в этом помочь. Instead of thinking, I'm a spirit soul, we're thinking, I'm Russian. Итак, вместо того, чтобы думать, я духовное существо, душа, вы думаете, я русский. I'm American, I'm young, I'm old, whatever we're thinking like that in terms of the body. Американец, молодой, старый, так или иначе, если мы думаем в категориях своего физического тела. So Krishna arranges for us to think like this so we can enjoy. То есть, чтобы наслаждаться своим материальным положением, Кришна устроит так, что мы забудем все остальное. So this is how he is the well-wisher. Вот именно так нужно понимать вот это утверждение, что Кришна является нашим благожелателем. Because he's in our heart, he's seated right next to us. We are individual souls, and he is the super soul, and he's right next to us. So he knows everything we're thinking. Итак, Кришна находится непосредственно рядом с нами, в сердце, как сверхдуша. И поэтому, будучи к нам ближе всех, он лучше всех знает, что мы думаем, чего мы хотим. And he's fulfilling all of our desires. И он тот, кто исполняет все наши желания. Not only in this life, but since time immemorial. И не только в этой жизни, а с незапамятных времен. We have been in this position. Krishna's there, he's in our heart. He's looking at us. What do you want? Итак, наше положение таково, что Кришна находится рядом, смотрит на нас и задает вопрос: чего ты хочешь? You want to stay in this material world? You want another birth? Okay. Если ты хочешь оставаться в этом материальном мире и получать еще одно рождение, пожалуйста. Which body do you want? You have 8,400,000. Какое тело хочешь? Есть 8,400,000. Oh, I think I'd like to be a fish and swim in the sea. Я думаю, о, мне бы подошло тело рыбы, поплавать в море. They asked that it was the daughter of Queen Elizabeth. There was one daughter of Queen Elizabeth of England. Her name was Princess Anne. And they asked her, if you had not been a princess, what would you have liked to have been? Одну из дочерей королевы Елизаветы II, кажется, звали принцесса Анна, спросили, кем бы вы хотели быть, если бы вы не были принцессой? She said, I think I would have liked to be in a porpoise, you know, the fish like porpoise, you know, the dolphin like dolphin. Я бы хотела быть дельфином, сказала. That's what she thought. If she couldn't be a princess, she thought she'd like to be that kind of fish. Итак, пожалуйста, если бы не принцесса, то была бы вот такой рыбкой плавающей. It's our choice. Это наш выбор. Where do you want to go? Куда вы хотите отправиться? So Krishna's our well-wisher. He's well-wisher. He knows what we're asking. What are we asking him? Итак, Кришна доброжелатель, потому что он исполняет
наши желания. And he makes arrangements. We get what we deserve. И он все устраивает для того, чтобы мы получили то, чего мы заслуживаем. The bodies we have today are the results of our past karma. А тела, которые мы получаем, являются результатами нашей прошлой кармы. And we're preparing the seeds for the next life. И сейчас мы уже готовим наше будущее тело, будущую жизнь. So we're very careful. We should be thoughtful. Поэтому мы должны быть осторожны и рассудительны. Hare Krishna. Ну, дорогие преданные, подходите, получайте Махапрасад. И после этого у нас будет арати. Завтра продолжение программы с участием Его Святейшества Бхакти Вигринаша Нарасимха Махараджа. Утром Шримад Бхагаватам класс. Вечером в 19:30 будет вечерняя программа. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.